Даже самая мягкая щетка заставляет десны кровоточить. Чтобы это не повторялось, будем использовать народное средство. Столовую ложку сухого шалфея смешиваем со стаканом кипятка. Накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Затем процеживаем. Полощем рот утром и вечером. Шалфей обладает ранозаживляющим и бактерицидным свойствами, поэтому вскоре десны перестанут кровоточить. Живите без боли!